Я Вова, актер, окончил школу СУДИМХАТ, актерский факультет, также закончил магистратуру, играю на гуслях на музыкальном инструменте и живу по кайфу. Страшно все равно, ребят. Вова! Я актер! Я актер! Когда твоя профессия актер, да, ты, в принципе, очень быстро начинаешь впускать свой круг общения других людей. И у тебя твоя дистанция из-за какого-то профессионального качества начинает немножко ломаться в быту и в жизни. И как раз ты, как человек, можешь немного затеряться в этих контактах, в этих связях, в этом диалоге. Мы, актеры, это мастер пустых разговоров. Нам начать беседу с любым человеком, на самом деле, очень легко. Конфликт, знаете, когда конфликт в театре и в кино, на самом деле, является основной сутью нашей работы, но не конфликт в жизни. Потому что конфликт в жизни, конечно, все-таки вызывает какие-то очень жесткие, неприятные эмоции, где ты пробуешь как-то перебороть это, каким-то образом с этим справиться. Например, моя задача... Задача состоит в том, чтобы я... Я смотрю на людей и думаю, когда тебе уже жизнь как бы даст подзатыльник? Для того, чтобы ты уже понял, в чем действительность этого мира. И поэтому я часто рад, когда происходит некий конфликт. Не потому, что я хочу злорадствовать, а потому, что, может быть, это человеку что-нибудь объяснит. Хочется просто помолчать. И вот это, знаешь, это минута тишины, уединения и гармонии без слов, без мыслей. Оно прям очень редкое, очень драгоценное. К сожалению, вынужден я в последнее время, на самом деле, людей больше держать на дистанции, нежели пускать их ближе к себе. Потому что когда есть дистанция, есть возможность какую-то выстроить стратегию. Потому что насколько ты быстро можешь эту дистанцию сблизить, настолько и есть большая вероятность, что ты будешь к этому не готов.